Добрый день. Хотел рассказать про сбор срезанных побегов барбариса тунберга. Как вы знаете, барбариса тунберга и обычная барбариса, барбариса корейская, есть и волки. Вот. Когда вот при стрижке, обрезке, вот сейчас я форму стриг, их надо собирать. Но когда в обычных перчатках, вот таких обычных перчатки, то сильно протыкаешь, и смысла нет у них собирать. Даже больше, чем больше протыкаешь, тем потом пальцы начинают болеть, нарывать. Может даже так будет, такое будет, что даже могут нарывать. Или занозу, вводит заноза от иголки. Для этого более эффективно собирать вот таких, верхонков. Вот такие верхонки брезентовые, толстые. Вот и они как бы не протыкаются. Также можно прорезиненные, толстые прорезиненные перчатки. Конечно, лучше прорезиненные толстые такие, чтобы можно было собирать. Ну и это тоже вот нормально. Ну вот для начала вы их собираете, когда в кучку складываете или в ведерко. Потом уже, когда уже такая получается, такая горка. Вам тогда проще ее собирать, собрать. Вы же видите, вот это керамзит. Очень трудно на керамзите собирать в верхонках. Эти вот короткие, эти вот побеги. И вот, чтобы долго время не тратить, помаленечку так собирать в кучку или в ведро. Это вот так вот можно тихонечко. Потому что веерными граблями не получится здесь, потому что этот керамзит, он сгребется и все. Вот постриг, это форма цветка из барбариса тунберга. Вот видите, как красиво. Тут как бы полушариком. Здесь вот красные, по бокам красные лепестки, а посередине вот зеленый барбарис тунберга. Вот это самая трудоемкая работа, вот это собирать эти мелкие. Если, чтобы такого не было, берется просто один куст, обстригается, потом собираем. Продолжаем, опять обстригаем, потом собираем. Потому что если так масштабная стрижка, обрезка, то очень время уходит для того, чтобы просто хотя бы вот эти вот собрать мелкие вот эти вот побеги. Я еще раз говорю, в перчатках обычных, тряпочных, очень быстро протыкаешь пальцы. Вот такие вот приспособленные эти верхонки. Значит, брезентовые. Есть тряпочные, тряпочные протыкаются тоже хорошо. Верхонки тряпочные. Форма цветка за сезон постригается 3 раза. Тут у нас керамзит, там дальше у нас вон, акрил черный, это микс-бордер.